Сержей Мани Майк. Москва 90-е. Так как мы это видим и видели. Россия цитадель, приют для большинства переселенцев. Москва, метро, Макдональдс, мусора и вся мура, все муравейники. Хотя еще вчера пора была еще та. Утюги, гопота, бадюки, кукуруку, зубы и другой пурги. Такой миллионы, ты не в курсе даже. Я же застал еще талоны на сахар. Газировку в стакане, к жизни лучшая подготовка. Да унылый совок не прошел испытательный срок. Позорно, все же на душе минорно. Порой вспоминать былое под улиц гул. Москва, олдскул, та навсегда. Как вода, два раза не войдешь в одну. А я рискну мысленно в мечтах вернуться в град на семи холмах в начале 90-х, просто чтобы грезы умчали. С бешеной скоростью основы общества былого разрушены до основания в сознании. Людей нет больше чести и совести. Жизнь измерять стали только по стоимости. То, что годами нами было построено, в миг один тут же рухнуло, бухнуло, как на башку снежным комом. Стоном отозвалось у большинства поголовно. Но мы это вынесли, мы взяли и выжили на зло всему миру, который был против нас. Так давайте жить тем, что имеем сейчас. Мир всем, кто погиб в 90-е, и респект тем, кто выжил. Привет всем от Мани Майка. D.O.B. Комьюнити. Комьюнити. Далеко, братан, далеко, братан.